Опять-таки говорим о физическом здоровье детей. Да. А вот на что надо обратить внимание в смысле психологического развития ребенка? Как? Ведь могут быть умственные какие-то отставания, да, от нормы. Вне как, всякого сомнения. Обратить внимание на то, что ребенок все-таки к 3 годам должен называть определенные предметы, должен знать определенное количество слов, да? Должен узнавать близких, уметь общаться, уметь выполнять команды. И оценить это, если вам это трудно, вам, родителям, то мы же уже сказали, все, что надо от вас, это эпизодически показывать ребенка тому, кто уполномочен государством отвечать на вопросы о нормальности и ненормальности. Это либо педиатр, либо семейный врач. А вот если у него возникают проблемы и сомнения, то тогда именно он принимает решение о том, что вашему ребенку необходима консультация профессионала, специалиста, который занимается именно этим адекватным психологическим развитием. Главное, проблемы с психологическим развитием, с психическим, очень часто связаны с тем, что у родителей просто нет времени с детьми заниматься. И легче сказать, что это у меня ребенок плохой, чем у ребенка неадекватный папа, которому некогда за 3 года с ребенком поговорить. Он все ждет, когда он вырастет, а тогда я буду с ним разговаривать. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. И будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube.